Слушайте, да никто здесь не дрался. Ну так, выпили вон чуть-чуть, да? А потом? Ну а потом? Ну что потом-то, ну? Ну он пошел за дровами, а дальше я не помню. Что случилось-то? Кто спер бутылку? Вы сами выпили и не заметили. Да какой сами? Какой сами? Четвертый был ЭНЗ! На утро! Ладно, не в этом дело сейчас. А в чем? А в том, что напали на вас. Сначала на Пашку. На этом острове есть кто-то еще, кроме нас. Мне кажется, это очевидно. Послушай, может, хватит, а? Хватит людей-то пугать. Я не пугаю никого, я просто факты сопоставляю. Да нет. Ты именно пугаешь. Пугаешь? Ты хочешь, чтобы мы здесь сидели тихо, как зайцы? И тебе подчинялись? Я тебя раскусил, бизнесмен. Слышь? Это ты на людей нападаешь. Я? Да? Ты! И наше путешествие сюда тоже ты организовал. Что там у тебя на родине? Проблемы? Укрываешься от налогов, а? Нелегальный бизнес? Или грязное бабло отмывал? Че, все понятно. Сколотил быстренько круизик, инсценировал собственную погибель. И все тип-топ. Все шито-крыто. Концы в воду. Вот что несет этот человек? Как всегда, что хочет. Да я несу правду, правду. И ты заранее знал про остров. Знал? Ты же сказал сам, что мы здесь надолго. Хотел всем доказать, что спастись невозможно. Но значит, ты сюда пришел ночью и напал на нас, чтобы помешать отсюда уйти, а? Да ты, Андрюха, не трожь! Тем более, что он все время был со мной. Ну, значит, тогда с ним заодно? Это уж вообще какая-то чушь. Чушь? Да эта чушь ясна, как божий день. Вы боитесь вернуться на родину? Боитесь правосудия? Решили отсидеться? Понатаскали сюда? Жратвы и шматья? Что, не так? Знаете, раньше вы кричали, что какой-то политический заговор против вас. Сейчас вы обвиняете Андрея, что он во главе очередного заговора. У вас просто мания преследования. Это потому, что ваш муж хитрый. Он заранее спелся с моими врагами. Наверное, бабла еще получил, а? Бабла получил? А самое главное, что мы все заложники. Мои уши ваши заложники. А потом мы окажемся свидетелями, что, мол, действительно произошел несчастный случай, и все чисто. Так все спланировал, да? Че притих? Если бы у меня была возможность выбирать себе компанию, я бы немало заплатил за то, чтобы никогда вас не видеть. Вот это ты врешь. Потому что я твой главный свидетель. Главный козырь. Дудки. Вернешься, сядешь. Может, хватит ссориться между собой, а? Тем более, если на острове, кроме нас, есть кто-то еще. Да нет здесь никого, Марья Ивановна. Нет здесь никого. Хотите, я сейчас возьму, вон, дойду до хижины по зарослям, и ничего со мной не случится. Почему? Да потому что нет здесь никого! Нет! Нет! Псих какой-то. Вот кто бутылку спер? Последняя ведь была на утро! Thank you.
псих какой-то. Еще какой. Да пошел. Чего ты с ним нянькалась? Ну, ничего я не нянькалась. У человека гастрит, и я это... Чего это? Да ничего. Так ты надень. Вы знаете, то, что он наговорил... Кто, Савель Тимофеевич? Да. По-моему, полный бред. Конечно, бред, но что-то одно было правильно. А что именно? Никак не могу вспомнить. Он произносит столько слов с такой быстротой, не угонишься. Но что-то такое промелькнуло. О, Господи! Что случилось? Саски, я ухожу, это скотина голубая, как вы скотина. Не трогай животное. Чего? Я говорю, не трогай животное, еще раз козу тронешь, я тебе челюсть сломаю, понял? Чего сказал? Чего слышал? Чего сказал? Сюда иди. Я тебе челюсть сломаю. Иди сюда. Челюсть чисто надо, понял? Ну постелься. Успокойтесь. Придурок. Все? Спелись все, да? Хорошо? Домик построили. Крышку починили. Не поставили спутнику антенку, я? Не успел. Не успел? Только кому? Порнушку нужно посмотреть. Может, немножко с головой получше будет. Понял? Бумагу надо подписать. Так, а кто это у меня во дворе? Ну, в районе эпидемии. Подожди, 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 кто это? Обнаружен птичий грипп. Какой грипп? Птичий грипп. Предписание уничтожить всех домашних птиц. А я здесь при чем? При чем здесь я? Какое предписание? Да надо бумагу подписать. Подожди ты, какую бумагу подписать? Да не дури, Петрович. Эпидемия, понимаешь? А я здесь при чем? И я не при чем. Петя, Петя, иди сюда. Ты посмотри, что они делают. А я при чем?
Товарищи, а кто взял бутылку-то? Вернули бы. А? Кто-кто? Кто-то еще. Я даже знаю, как он выглядит. Рога, копыта, блеет и вискарь посасывает. Что, на самом деле думают, что на нас вон коза нападает? На нас нет. А на дебила, да? Он не дебил, он аутист. Ну, козе без разницы, дебил он или аутист. А вот какая-то бутылка лежит в кустах. Что? Альберт Николаевич, не ваша? Вот лежит в кустах. Ну-ка. Че, подбросили? Вот. Кто подбросил-то? Не хватит уже. Да кто взял, кто-то подбросил. Вискарь мой! Целый! О! Распечатанное. Можно мне? Ну, конечно, можно. Сейчас все выпьют. А вы не помните, вы сами распечатали или нет? Наверное. Нет, наверное или нет? Да я что, помню, что ли? Господи, какая разница? Большая разница. Да ты же сердце! Не надо, не надо! Ну как не надо? Не надо топить! Все, 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 все! Че, зачем? Призво? Ну что? Всем понятно, что здесь происходит? Надо строить плот и валить отсюда. И чем быстрее, тем лучше. Альберт Николаевич, ну поймите, ну, эту бутылку действительно кто-то сначала украл, а потом подбросил. Ты? Нет, не я. То, что она была распечатана, тоже о многом говорит. О чем? О чем? Но этого я вам пока не могу сказать. Какая же ты сволочь, Андрюха. Если бы Генка был на острове, он бы меня защитил. Хотя и Генка такая же сволочь. Бать! Бать, открой дверь, пожалуйста! Еще заряд вызову, и открывать не надо будет! А, батя, ментов вызвали. Ну, давай свой наряд сюда на построение, давай! Пап, дверь открой! Ах, алкаш несчастный, а. Зараза! А вот сдохну! Посмотрим тогда, как вы без меня запляшете. Чего? Да сдохнешь! Я и хоронить тебя не буду! Хватит это. Чего? А вот того! В морге, говорю, оставлю! Вот проваляешься там месяц, а потом пускай сожгут и выбросят в общую могилу! Мам! Что, мама, что? Мам, ну что ты такое городишь, а? В морге оставишь. Все, 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 бать, бать. Давай. Норма 76. У нас в расположении части как-то склад с боеприпасами рванул. А я рядом был. Селезенку задело. Это как, доктор? Ничего? Ничего.
Ну, зашили все аккуратненько. Вы не беспокойтесь. А мы не беспокоимся. А вот когда на севере служил, два пальца отморозил. Ампутировали? Кого? Пальцы отмороженные. Да нет, слава богу, до этого не дошло. Очень хорошо. Но я их не чувствую. Совсем. Хорошо. Еще, доктор, знаете, осколок это в бедре застрял. Это когда в Средней Азии заварушка была. Но не оперировали. Осколок маленький был. Но вошел глубоко. И что? Да так, ничего. Я к тому, что когда резать-то будете после смерти, чтоб инструмент какой медицинский не сломался, вдруг зацепите. Вот это в паспортный стол и ЗАГС. А зачем? В паспорте печать поставят. Захоронению не подлежит. Ну, и что дальше? Значит, не хочешь меня хоронить, так? Опять нажрался? Ты же говорила, что оставишь меня в морге, чтобы захоронили в общей могиле. Ты в обуви куда пошел, а? Казарма, что ли, здесь? Начнешь орать, я сразу милицию вызову. Зачем ты тратишься? Ну, ладно, ну что, мы сами не справимся. Пенсии, слава богу, хватает. Да что, ладно, давай. Сейчас, давай. Ну давай. Сам, да. Да. Да, давай. Батя дома? Ну а где ему быть? Дома. Нажрался уже. Пап. Пап, дверь открой. Разговор есть. Ну? Выпьем, бы. Я завязал. Ну, это видно. Чего это с ним? Петь, что там? Подыхает. Чего смотришь на меня? Не трогай твои козы. Она уже 20 минут здесь орёт. Я говорила вам, что не надо пить ее молоко, что это опасно. Ну, я нормально себя чувствую. Я тоже пила, ничего, нормально. Да не больная она, не больная. Я вчера здесь вылил виски, помните? Так вот, она наелась этой травы и все. Получается, что если бы мы вчера выпили виски, то… Да ладно, может, просто брал тепловой удар? Мучается она. Добить надо. Ну что, никто животное зарезать не может, чтобы оно не мучилось, что ли?
Отойдите, пожалуйста. Смотрю, доводилось, да? Мань, ты чего? Ложись, Мань. Давай, ложись, 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 Мань. Вот, хорошо. Петя, уезжать нам надо. Куда? В город. К сыну с невесткой поедем. Хорошо. Кать. Ну ты что? Запускался? А? Остановились. Че? Часы остановились, время тоже. Ну че, что, не расстраивайся так. Смотришь на них, знаешь, что будет дальше. Через полчаса кончится занятие, через два обед. Летом солнце садится в 10. Смотришь, чувствуешь уверенность. Они не обманут, потому что им так удобно. Кати, я тебя никогда не обманывал. Ты во всем виноват. В чем я виноват? Если бы мама была с нами, этого бы никогда не случилось. Ну... То, что мама умерла, но я же в этом не виноват, а? Ты женился на ней. Из-за нее мы здесь. Кать, мы, по-моему, обсуждали все это. Я иногда тебе завидую. Тебе ведь не нужно париться, что папа спит с чужой мамой. Не закончилось еще? Еще нет. Успели. Можно?
Ну, что, девушки, знакомьтесь. Вот Нина. Надя бежит. Надя. Катя, моя дочь. Я очень рада. Хорошенькая. Вот. Как же остальные, Савелий Тимофеевич? Как? Да вот так. Доберемся до берега, вызовем спасателей. Сдохнуть здесь, он бунгало. Давай. Ты пилишь? Я вижу. Так что ты говоришь за предприниматель-то? Индивидуальный. А? ИП? Упрощенная система налогообложения. Удобно. Ну и как успехи? Вы знаете, неплохо. Буквально перед отъездом получил большой контракт. О. Можно сказать, госзаказ. Хорошо. В какой области? Ну, пацаны. Медицинский. Больной получил 2 легких огнестрельных ранения в грудь. Прошу прощения, коклюш. Остаточное явление. А предварительный диагноз – летальный исход в связи с травмами, несовместимыми с жизнью. Смерть наступила в 19 часов 23 минуты. Утонуть, Савелий Тимофеевич. А я вообще ничего не боюсь. Ну что? Вперед. А я лучше здесь останусь. Ты что, сдрифил?
Вы уж все равно за нами приплывете. Значит, боимся. Стране нужен один герой. Смотри, приказывать не могу. Толкай! Толкай! Ага. Удачи! Удачи. Упертый типок. Жаль, камеры нет. Я вот что думаю. Если бы катер не пошел ко дну, что бы с нами было? Я не спрашиваю, я просто размышляю. Если бы катер не пошел ко дну, мы все равно бы оказались на этом острове. Так мне кажется. Только нас было бы 12 человек. Но нас 13. 13-й лишний? Я думаю, лишних на этом острове нет. И 13-й попал сюда не случайно. Заслужил. Тебе виднее. Не уверен в этом. В общем, все понятно. Надо строить просто большой плот. И все вместе грести. Тогда все получится. Да ладно, Савелий Тимофеевич, не расстраивайтесь. Тамара Ивановна, может, что-нибудь вкусненькое приготовила? Достали вы меня. Вадим. Девчонки, мы что хотели сказать? Мы с Ниной. В общем, мы. Мы женимся. 12 числа. Да. Круто! Потрясающе. Кать, можешь называть меня мамой. А меня сестренкой.
Ну, я думаю, мы со временем разберемся, да? Ты прав. Мы будем жить вместе. Я уверена, подружимся. Так, ну что, стоим или двигаем, а? Ты знаешь, что мы будем жить у вас. Почему у нас? Ну, у нас просто как бы квартира съемная, и это очень дорого, а у вас ближе к центру. А, я сама доберусь. Ты куда? Ты что, ну? Мне собак кормить. Еще раз залезешь? Иди. Ну там Паша. Аккуратнее. На. Аккуратно. А счет ты вообще взял, что он один? Паша. Может, их двое, трое, вообще целая банда. Подожди. Да не, я не думаю, что их много. Если бы их было много, они бы действовали по-другому. Ну, как-то активнее, что ли. Решительней. В любом случае, не понимаю я их. Не понимаю. Нет, ну, допустим, с бутылкой и Альбертом все понятно. А что там понятно? Ну, понятно, что выкрали бутылку, как-то засыпали туда отраву, я не знаю. Ну, чтобы всех сразу отравить. А Паша? Почему они его не убили? Может, они хотели нас предупредить? Может, ты преувеличиваешься, а? Ну, парень, действительно, ударился о пальму, сделал три шага и свалился. Что значит свалился? Ты сам говоришь, у него глаза вот такие были от страха. Ну, мало чего привиделось-то. Ну, вот и все. Лид, все в порядке у вас? А? Все в порядке? Вадим, вы можете нам лестницу подержать? Ну, так же, как там? Ну, съел что-нибудь не то, и все. А? Бегу. Стой! Извините нас. Это вообще темная какая-то история. Там хозяева острова отравились. То ли их отравили, то ли они сами отравились. Непонятно. Почему они набрали сыну по спутниковому телефону? Тот пока летел, прилетел, они уже умерли. Представляешь? Вскрытие показало, что это какой-то вирус. Прикинь, летальный исход за сутки. Да, так что там вирус на острове? Да ну какой там вирус? Он когда прилетел, сам своим глазам поверить не мог. Они там жили всю свою жизнь на этом острове. Никто никогда в жизни вообще ничем не болел. А тут такое в один день. Прикинь? Настоящая любовь. Жили, жили и умерли в один день. Да ну какая любовь? Так что там случилось-то? А там, говорят, какой-то китаец-слуга у них был. Угу. И все, естественно, подозрения падают на него. Но поскольку он исчез бесследно, выяснить ничего не удалось. В общем, темная история. Поехали. Опять свои схемы рисуешь? Нарисуй лучше такой для меня. А еще лучше для себя. Ну что с тобой происходит? Андрей. Ну я же вижу, что с тобой что-то не так. Вчера, вон, сегодня. Мне тоже страшно. Ты что, что такое, ты молчишь все? Андрей. Рекламная пауза закончилась. Хочешь поговорить? Да, хочу поговорить. А почему не поговорить? Ты мой муж. Я твой муж. Телевизор твой муж.
Савелий Тимофеевич. Наоборот, в меня ножом попали, он, смотри. Он, все, помните все, помните, он косу резал. Он у меня с ножом сейчас налетел, с ножом. Вот мой нож. А? Это нож чужой, это не мой нож. Какая разница, где один, там и второй нож. Он же хотел меня убить сейчас, хотел убить. Ну рана-то у меня. Надо перевязать. Не надо. А кто тогда хотел? Кто-то там с ножом кидал? А? Тот же. Кто напал на Пашу и Альберт Николаевич. Тоже. Что ты? Что, финтифлишь? Ты что знаешь? Давай говори! Я предполагаю, мне кажется, я думаю, что это один человек, который нападает на нас, когда мы поодиночке. Все правильно. Один человек. Я даже знаю, кто это. Мы тогда пошли вчетвером на берег, правильно? Вчетвером, да? Кто остался? Ты и ты. Ну, сейчас-то мы здесь, Савелий Тимофеевич, ну! Сейчас здесь. Ну ты еще больного Пашу вспомни. Не трогайте Пашу, у него нет ножа. А что? Что, идиот, может быть, конечно, да? Что, все думают, тупой, а он хитрый. Вы по себе судите, да? Чего? Че? Ладно, все, стоп, все. Все понятно. Очевидно одно. Чтобы нам всем выжить, надо быть всем вместе.
А я что предлагаю? Я что предлагаю? Я предлагаю вместе нарубим деревья, построим плот и уплывем нахрен с этого дурацкого острова, а? И погибнем. Что, вы там стадо идиотов? Вы что, меня не слышите? Вы просто ненавидите все меня. Вы не хотите меня услышать, что ли, а? Что вы слушаете этого мерзаться? Он же что-то знает. Он же знает. Знает и скрывает. Что? Нет, чего? Что? Ты чего? Тихо, тихо. Тихо! Что? Вы все трусы, понятно? Вы трусы! Не все! Поедете, а я не хочу с ним мириться! Я не хочу жить на этом сраном острове, понятно вам? Или нет? Паша... А я не хочу мириться, понятно? Не хочу мириться! Не хочу торчать на этом дурацком острове! Это истерика. Пойдем отсюда. Ты шизофреник. Зачем вот так? У человека нервный срыв. А, да, чуть-чуть понервничал. Да, истерика вещь безобразная. Хотя, честно признаться, мне и самому волком хочется выть. От одиночества. Мне иногда кажется, что я сплю. Что это дурной сон. Такие сны с перебоя. Надо держаться. Смотри, зачем? Чтобы выстоять, согласен? Даже если мы не выберемся с этого острова, надо держаться, Савелий Тимофеевич. Я отсюда все равно выберусь. Пешком. Плавь на плоту, да хоть на дельфине верхом. Доказать, что можно человеком оставаться и на необитаемом острове. Так и будет. Я уверена в этом. Потому что вы сильный, смелый. Вы не такой, как другие. Хочешь, я тебя с собой возьму? Боюсь, что я утону на полдороги. Я тебя плавать научу. Зачем ты с ним сидишь? Ну, кто-то же должен был его успокоить. Успокоила? Успокоила? Рис свари. Я не кухарка. Ну, что ты далеко поставил? Лимузин. Длинный очень. Сколько вам лет? 36. А что? Немноговато для первого замужества. Вы ведь тоже не были еще женаты, насколько я знаю. Ну, моя жена политика.
Идет. Савелий Тимофеевич, несколько вопросов. Вы знаете, сегодня самый главный день в моей жизни. Я женюсь. Я много говорить не буду. Скажу вам одно. Я счастлив. Мы оба счастливы. Скажите, пожалуйста, вы давно знакомы? Послезавтра в Думе обсуждается бюджет. Как вы собираетесь голосовать? Сразу могу сказать, мы будем голосовать против. Почему? Потому что бюджет невыполним. А наша партия за фикцию не голосует. Спасибо. Вы планируете детей? Второй вопрос о вашей невесте. А как давно вы познакомились? Савелий Тимофеевич. Савелий Тимофеевич, что вы опять наговорили журналистам? На политсобрании вы же сами предложили поддержать бюджет. Поддерживаем. Журналистам что нужно? Кость. Ну, пусть голодают. Ты мне уже скажи, что за чучело? Где ее взяли? Учителька деревенская. Она и есть учительница. Тихий, скромный человек. Между прочим, член нашей партии. У нее больные родители и трое голодных племянников. Для нее это шанс их прокормить. А для вас шанс поднять свой имидж и рейтинг перед выборами. Что я сказал? Уважаемые Савелий Тимофеевич и Зоя Сергеевна, сегодня самый знаменательный день вашей жизни. Вы стали мужем и женой. Прошу поздравить друг друга и обменяться кольцами. Вы уже все знаете, из средств массовой информации мы понесли колоссальную потерю. В результате несчастного случая и трагических обстоятельств ушел из жизни наш лидер Савелий Тимофеевич Рыбаков. В этот трудный для нашей партии момент мы обязаны сплотиться, по-настоящему выдержать и добиться намеченной Савелием Тимофеевичем цели. То есть победить. Среди поднятых набор личных вещей пассажира, иди смотри, что показывают. Каморина Андрея Сергеевича, бизнесмена, генерального директора одной из крупнейших строительных фирм в Москве. В составе группы по неподтвержденным пока данным находился лидер одной из политических партий, претендующих на место в Государственную Думу по результатам предстоящих выборов. Часть океана, где происходило крушение судна с российскими туристами, отличается сильным течением и переменчивой погодой. Это затрудняет поиски и не позволяет точно определить место и характер катастрофы. Но уже сейчас по внешнему виду обломков можно предположить, что на катере был пожар и, возможно, даже взрыв. По заявлениям местной полиции, надежд на то, что кто-нибудь выжил, практически нет. Но поиски все равно будут продолжены. Дай посмотрю. Посмотрю. Вот. Слушай. Давай меняться, а? Я тебе ручку дам, порисуешь.
Золотая. Смотри, видишь, как можно? А? Часы. Держи ручку. Ты охренел? Ты знаешь, сколько они стоят? Тормози, тормози. Тормози. И губа не дура. Только аккуратно. Держи. Поноси пока. Поноси. Только не потеряй. Зоя Сергеевна, ваш муж известный политик. Бесследно исчез в Тихом океане. Кто вы можете мне покоя? Зоя Сергеевна, я у вас сегодня последний раз. Решение политсовета. Вы будете без охраны. Проживу. Еще мне просили вам передать. Желательно, чтобы вы собрали вещи и уехали к себе домой. Партия больше не нуждается в моих услугах. Всего доброго. Ивана, держите дичь. Савелий Тимофеевич, как вам удалось-то? Ну, подробности можно опустить. А что, курица с рисом должно быть неплохо. Зря у Петра пошли с нами. Это почему? Марья Ивановна хорошая женщина. Хорошо готовит. Не боитесь оставлять ее одну? Не понял. Уведут. Кто? Ну, например, Савелий Тимофеевич. Чего? Да мы с Машей 25 лет вместе. Что ты хочешь? А чего? Чего? Ну, мы сына вырастили, какого он у нас инженер. Ну, если инженер, тогда да. Да мы с Машей душа в душу, мы с ней как ниточка с иголочкой, понял? Да если б не... Тихо, тихо, тихо. Если б не твоя чахотка, ты башку бы отвернул бы, понял? Все, хватит, Петя, хватит. Что здесь? Нож здесь воткнулся. Савелий Тимофеевич шел оттуда. А вот ты стой здесь. Будешь с Савелием Тимофеевичем. Вот, а я был где-то здесь. Нож он бросал из-за этого дерева. Потом шмыгнул туда вниз. Отсюда? Да. Осторожно! Может быть, он там еще? Эй! Петр! Андрей! Ничего
сломал? Да нет, вроде спину ударил. Давай. Давай руку. Опа. О, мое. Ничего себе ямка. Тихо. Чего там? Там кто-то есть. Сейчас я дышусь нормально. Руку свело. Простого пореза такого не будет. Может, зараза какая-нибудь тропическая попала? Он ушел. Или яд был на ноже. Тимофеич, пап, свою добычу попробовать хотите? А что, справедливо? Ага. У нас в армии в самоволке. Кто первый в колхозный курятник ворвался, добыл, тому и гуска. О! Что, курицу пахнет? А. Нам тоже можно? Угу. Горячая. А Паше курицы побольше. Где нож? Нож где? Какой нож? Которым Коклюшу ранили. Да вон на столе лежит. А вы что, им резали что-то? Курицу резали, суп варили. Стойте. Есть нельзя. Чего нельзя? Отравлено. Чего отравлено? Я сам, Лиза, своими руками эту курицу поймал. Свежий, только приготовил. Нож отравлен. На нем была отрава, понимаете? Господи. Да с чего ты взял?
Сейчас Коклюш придет, увидите. Слушай, у тебя вообще паранойя какая-то началась. Не можешь без своих страшилок, что ли? Нож впереди помыли. Помыла и вытерла. Мы есть хотим. Ну, ешьте. Юрий Тимофеевич, лучше не надо. От греха подальше. Сюда! Все сюда! Я знаю, что здесь происходит. Где же они могут быть? Лиза, что случилось? Ищу камеры. Какие камеры, Лиза? Какие камеры? Телевизионные. Вы еще не поняли, нет? Вот правильно заметил человек. Что бы с нами ни происходило, мы все оставались живы. Как будто нас оберегали. Даже помогали. Вон, посуду нам оставили. Еду, тарелки. Ты говоришь, Андрей, что кто-то есть на острове, да? Я тебе скажу, кто есть. Устроители шоу инсценируют. Падение. Подбрасывают нам тут всякие загадки. Потом смотрят, как мы здесь корячимся, выживаем. Так это как на телевидении, вот это реалити-шоу, что ли? Да, 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 точно. А может, еще хуже? Нет, вы меня, конечно, извините, но в реалити-шоу люди, по крайней мере, знают, что их снимают. Значит, это новый формат. Придумали снять шоу для тех, кто ничего не знает. Получается, съемка из-под тишка. Да как вы хотели, телевидение – это насквозь циничная штука. Так что, мы спасены, что ли? Подобрали разношерстную компанию, договорились с турагентством, все, все дела. Прекрасно устроились. Ты здесь хоть одну камеру нашла? Ну, не нашла. Но это пока. Это все потому, что они очень надежно спрятаны. Я вот могу смотреть на нее и не видеть. А они могут быть вмонтированы в стол, там, во что угодно, в почву, в туалет. В туалете? А что? Вот там есть какое-то зерно, а? Посмотрите, как мы здесь подобрались. Все слои общества. Может, это социальный срез. Крупный политический деятель, полковник по вставке, бизнесмен, фермер, ученый. Наш вон, пара нормальная. С девочкой, подростком, мальчиком, дебилом. Вы опять? Что опять? Я вот перечисляю всех. Нет, подождите, подождите. А у меня возникают вопросы. И как долго нас здесь продержат? Меня отпустили на 2 недели. И на работе могут быть большие проблемы. А, не, ну это они обязаны будут возместить. Вот только пускай попробуют вот за все эти миллионы, что они срубят на этой рекламе. Пускай они только попробуют не возместить нам наши зарплаты. Тогда нас сейчас должны показывать по телевизору. Не, ну конечно, бред, но если это так, я их просто засажу. Я просто засажу, меня нельзя снимать без моего согласия. Да. Вы им скажите очень убедительно, как вы умеете. Пусть немедленно нас отсюда забирают и везут в Москву. Я просто засужу этот канал и все, разорю его к такой-то матери. Сил нет никаких. Товарищи, я не знаю, какое вы примете решение. Но я, как бывший военный, категорически отказываюсь принимать участие в этом телешоу. Послушайте, это не телешоу. Андрей! Помоги! Шли обратно. Сознание потерял. Не смотри, Паша. Не дышит. Ну ни хрен на себе телешоу. На телешоу не умирают. Может, это новый формат. Мужик! А, мужик, улыбайся! Отвертку подай, слышь. Слышь, тебе надо, ты и подавай. Блин. Ай!
Мужики, что-то случилось. Может, доктор? Да. Паша, не трогай его! Паша, Паша, отойди от него, Паша! Не трогайте его! Это сделал. А помните, когда меня лопатой-то по голове ударили? Он тоже какую-то вот точку вот здесь вот нажал, и сразу боль перестала. Он никакой не дебил. И не идиот. Он аутист. Он не аутист. Это вранье. Лиза! Лиза! Что? Иди сюда. Лиз, вы осмотрите его, помогите как-то. Вы же все-таки врач. Да что, я педиатр, это здесь ни при чем. Да в этой ситуации даже стоматолог подойдет. Помоги ему. Чем я могу помочь, не понимаю. Помоги ему! Все, все, что? Все! Все, мужики, давайте мы сами разберемся, да? Ну, если что нужно, мы рядом. Хорошо. Вообще, это еще вопрос, болен ли он на самом деле. То есть ты думаешь, он притворяется? Да. Он с ними в сговоре. А это всего лишь очередное испытание для нас. Какое испытание, Лиза? Если бы ты хоть иногда смотрел телевизор, ты бы знал, какое испытание. Что, он умер? Ты посмотри на него, он жив. У нас снова все в порядке. В порядке, да? Ну-ка, иди сюда. Иди сюда. Вот эта рана. Это в порядке, да? В порядке, да? Хорошо, допустим, он действительно зацепил где-то заразу. Но при чем здесь я? Пусть они приходят и спасают его, это их обязанность. Чья? У строителей. Каких у строителей? Это не телешоу. Это телешоу. Это не телешоу, Лиза! Это телешоу. Лиза, это не телешоу. Телешоу. Нет, телешоу. Лиза, нет! Молчи, нет, я не хочу тебя слушать. Внимательно, Лиза, послушай меня, ты должна знать всю правду. Я не хочу знать никакую правду. Мы попали на этот остров. Я верю, что это телешоу и что нас спасут. Пожалуйста, не лишай меня надежды. Это у меня... Уже оплакиваете. Эй, ну ты как там? А? Что? Нет. Не-не-не-не-не-не-не-не. Ты есть. Ты есть, слышь? Ты есть, ты здесь. Слушай, какие симптомы при отравлении? При пищевом отравлении понос рвота, но у него нету ни рвота, ни понос. Что, какое отравление, Каморин? Ты видишь, какая у него рана или нет? Подожди, стой! Если эта зараза попала к нему, ну, через рану, ну, с ножа. Ну, что я думаю, что это похоже на вирус, но... Что вы чувствуете? Глубокое удовлетворение. Серьезно? Если серьезно, на. Отрежьте нахрен мне эту руку. Она как гиря. Послушай, что если правда вырезать ему ту рану, гной, ткани вокруг, и тогда остановить процесс? Совсем, что ли? Я резать не буду. Режь! Режь. Ты с ума сошел? Как можно резать без наркоза, без этих
Как они это замыты? Антисептики. У нас зеленки даже нету. Это не безумие делать операцию в таких условиях. Значит, что еще? Жилье есть, инструменты взяли, посуда, циновки. Керосин нам еще взял. Лекарства я там не вижу у тебя. А их и нет. Ген, ты головой думаешь вообще? А если заболеет кто-нибудь? Значит, во время экстремальных условий организм человека мобилизуется. Понятно? На войне люди не болели? Чего им там на курорте болеть? Керосин. Все. Нужны тряпки и горячая вода. Он жив? Жив. Вы что, собираетесь его резать? Хочешь совет? Не лезь. Выживет, выживет. А если, не дай бог, помрет? Сядешь. Знаешь, сяду. Ага. Ага. Пошли со мной. Куда? Куда вы хотите его повезти? Не волнуйтесь, все будет хорошо. Ну, вы же собираетесь там делать операцию. Ну да. Он нам поможет. Ему нельзя на это смотреть. Он может расстроиться. А если человек умрет, он не расстроится? Ида, Ида. Может, ему действительно просто побыть рядом. А вдруг он действительно что-то может? С чего вы все решили, что он что-то может? Ну, как, ну мы же видели, а? Паша, сделай, пожалуйста, так, чтобы ему не было больно. Мне и так больно, режьте. Это несерьезно, так нельзя. Так не делают никто операции. Вы что? Паша. Паша. Мы сейчас начнем. Я надеюсь, ты нам поможешь, да? Вот, принес наркоз. В минуту опасности человек спасает самое необходимое. Жертвую. Спасибо. Рану ему полейте. Я не буду резать, я сказала. Ну хорошо. Резать буду я. Там сосуды, ну! Какие сосуды, Камоля? О чем ты говоришь? Черт, ну помоги, ну! Ну где тут мясо? Что это такое? Как у него тут? Дами, уйди отсюда.
тряпки там и воду чистую. Ага. Если жар спадет, то будет все нормально. Он же не умрет. Ну что, мужик крепкий, все хорошо с ним будет. А с нами? Ну чего, ну скоро спасут. В Москве дома будем. Да я не хочу в Москву. Я не хочу к ним возвращаться. Кать. Опять что? Папа, не Обера радовались, когда мы уезжали. Да с чего ты взяла? Да они обе лицемерные. Ты не видишь? Катя! Я просто говорю то, что Катя. Думаю. Просто это похоже на эгоизм с твоей стороны. Хорошо, они тебе не нравятся, но обо мне ты могла подумать хотя бы на минуту. Ты, наверное, обо мне думал, когда женился на ней, да? Кушай, кушай, мой хороший. Никто нам не нужен, да? Это не проблема от них. Вкусно тебе, да? Кушай. Да, мой хороший. Кать. Ну ты чего? Па, не делай этого. Чего не делать? Ну не женись на ней. Катюш, ну она же не виновата, что мама умерла. Да и вообще никто не виноват. Да я не виню ее, просто не женись на ней, пожалуйста. Да и ты вон скоро взрослый станешь. У тебя своя жизнь начнется. И я ж не хочу один остаться, ты ж понимаешь. Пойдем. Сегодня. Рейк, кушай. Папка наш женился, представляешь? Повезло тебе, дружок. Кушай.
Откуда у тебя? Красивая. Это подарок? Ты же слышал разговор наш с папой? Ты что-то понимаешь, но сказать не можешь, да? Thank you.
спит, он спит. Блин, если все доктора были, как я. Больных бы не было. Ну, точно. Все перемерли бы. Какое счастье, что ты здесь. Без тебя мне бы уже давно капец настал. Там так тихо. Может, и хорошо, что тихо. То все орут без конца. Слышь ты, а вам не кажется, что-то долгонько, не, а? Часа полтора прошло. Все, тишина кончилась. Ну-ка! А откуда у тебя мои часы? А? Как откуда мои часики? Как мои? Так мои? Мне их премьер подарил, когда еще президентом был. В чем дело? Что, в чем дело? Мои часы. Где ты их взял? Ну, мне их дал. Что? Кто их тебе дал? Часики мои? Я смотрю, тут у нас фокусники появились, а? Ну, все, ладно, сейчас мы сами разберемся. Ну, уж разберитесь, будьте любезны. Так, пошли. Фокусники, смотри, у нас появились, да? Сейчас разберем. А я ищу. Нашлись. О. Ну, объясни мне, откуда тебе эти часы? Кто тебе их дал? Никто, я их нашла. Ну да, здесь весь остров часами усеян. Катя, ты опять? Катя! Надя! У меня пропал золотой браслет. Кто-нибудь из вас его брал? Я не брала. Не, моя тоже не брала. Ну, человек, ну, брат, ну, давайте сейчас все вместе поищем, а? Чтобы Нина не расстраивался. Ну, варенье-то пробуй. Тебя кому вез, а? Потом. Когда потом? Потом уже может не хватить. Я сам все слопаю. Блины. Блин, видишь, вчера два часа мерзли, сейчас сегодня пишешь, что там потепление до минус 15. Ну да, а что, минус 15 у них уже жара считается. Нин. Ну, я же говорил, что найдется. Сахарница. Ну что, всякое бывает. Я вон пепельницу в холодильнике забывал. Прежде ничего похожего не происходило. Нин, ты что хочешь этим сказать? Ничего. Только то, что сказала. Пап, я не воровка. Хорошо, хорошо, хорошо. Я тебе верю. Что-то случилось? Да нет, ничего. Ты сделала операцию и заснула. Представляешь, кажется, жар спал. И пульс нормальный. Ты поменяй воды, а я здесь. Андрей, ты представляешь, у нас получилось.
что делать? Там мокро. Там мокро, здесь заразно. Его нет нигде. Ничего. Нормально, нормально. Паша! Тихо. Паша! Ты, Лидочка, тихо говорю, что ж такое? Человек в тяжелом состоянии. Ну, присягните его булавкой к юбке. Заткнитесь вы, наконец. Давай, за дочкой следи. Я поменял. А поменяй еще повязку на лоб. Ага. Послушайте, ну что в самом деле, давайте успокоимся, а? Ну, перестаньте. А что успокаиваться-то? Здесь человек лежит, неизвестно с какой болезнью. Может, кстати, сеть от него перезаразиться. На улице дождь. Может схватить воспаление легких. И Паши нет. Вон бежит ваш Паша. Паша! Паша, мы здесь! Смотрите. Паша нашел. А что это? Что здесь написано? Ну, это символы их. Древние символы. 7 символов, 7 смыслов. Я бы прочитала это так. Не думай, что ты умнее умного. Что здесь так написано? Да. Интересно, где он это нашел? В лесу. Паша! Паша! Где ты? Где ты это нашел, а? Ты можешь показать место? Ты место показать можешь? Где ты это нашел? Паша, послушай, где ты это нашел? Ну, пойдем. Где ты откопал это, Паша? Ну. Он нервничает. Слушайте, а может кто-то вступил с нами в переговоры вот таким вот интересным способом, а? Да нет, вряд ли. Вряд ли она нам была адресована. Она слишком старая, дощечка. Кажись, долго в земле лежала. Вся прогнившая. Это послание от высших сил. Вот что я вам скажу. Телеграмма правительственная. Совет. Для тех, кто без царя в голове решил строить плот. Не думай, что ты умнее умного. А вот это точно сказано. Мне кажется, это вам адресовано, женщина. Это всем адресовано. Тебе, между прочим, тоже. Мне в первую очередь. Слово хоть понимаешь. А ты здесь что-то ходишь, командуешь, а толку никакого. Больного в дом поселил. Здоров, гляди на улицу. Что дальше? Он выздоровеет, мы подохнем. Дальше? Ливень закончится, будем строить хижины. Чтобы не ютиться тут всем толпой. Хорошо. Даешь каждому островитянину по отдельной хижине к концу этого года. Тем более, мы здесь вроде как на ПМЖ. Зато за граница. Лидия, я, конечно, понимаю, что вы талантливая студентка, но это не исключает того, что на занятия нужно приходить вовремя. Вам понятно? Thank you.
Леночка, мы вас наняли, рассчитывая, что вы будете больше уделять времени Паше. А благодаря вам я не знаю, обедал мой ребенок сегодня или нет. У меня сегодня были занятия. Ваши занятия – это Паша. Я поняла. И запомните, я не хочу слышать никаких отговорок, когда дело касается моего сына. Вам понятно? Да. Здравствуйте. Стой. Надо шапку надеть, а то холодно. Ну и мерзни, волчий хвост. Пожалуйста, хорошо? Мне надо зачет сдать. Я ненадолго, на 10 минут. Никуда не уходи, ладно? Ой, а где профессор? Ждал, ждал тебя и ушел. Давно? Минут 20 уже. Смотри, палец сюда и сюда. Да-да-да-да. Да-да-да-да. Угу, давай. И. Отлично. Давай другую. Да нет, Савелий Тимофеевич, вы неправильно поняли. До тех пор, пока он не выздоровеет, мы будем спать на улице. Вот и все. Ну что, он настолько заразный, что ли? Ну не знаю, насколько он заразный. Тихо. Чего разорались-то? Не, ну а что, настолько заразный, что мы все должны на улице спать? Потому что он заразный, потому что мы заразные. Можем быть. Из нас кто-нибудь чихнет в одной комнате, у него в другой рана воспалится. Ну зачем это нужно-то? Это мы, оказывается, заразные-то, а? А я думаю, нормально, а? Как все быстренько в светил медицинский превратились.
Боткина Пирогова, блин. Да, Савелий Тимофеевич. Не пятизвездочный отель. Но зато на свежем воздухе. Правильно? Правильно. О! Сегодня мы могли бы быть на Ланкави. На Ланкави. Ну, на Ланкави. Экскурсия по мангровым джунглям, кормление диких орлов. Мангры – это удивительные деревья, которые растут по колено в соленой воде. В густых ветвях гнездятся разнообразные птицы, а под корнями – змеи. В мутных водах водятся рыбки и моллюски. И крокодилы. А вы знаете, что это самое древнее растение на Земле? И ученые до сих пор не знают, сколько им лет. Потому что у них нет временных колец. Интересно. Очень. Эти деревья застряли в пространстве. Как мы с вами на этом острове. Это точно. Сходство, особенно применительно к нормативному языку путунхуа. Продолжит директор нашего института Вероника Пономарева. Основная цель работы нашего института – продолжение многолетних исследований книги песен Шицзинь. Древнейший из литературных языков вэньянь необходимо подробно объяснить, а значит сделать доступным и понятным современному человеку. Сближение России и Китая – политическое и, если угодно, прагматическое подоплека актуальности нашего исследования. А вот Академия наук считает эти исследования несколько преждевременными. К тому же, коллега, по новому закону о языке 2004 года на Тайване упрощено написание иероглифов. Мир стремится к простоте, а вы все усложняете поисками взаимосвязей с северными диалектами. Ну, с Академией у нас дискуссия перманентная. Я вам так скажу. На северном диалекте разговаривают 800 миллионов человек. Возьмем, например, Канаду. Китайский. Уже третий по распространенности язык. У меня все. Может быть, есть какие-то вопросы? Спасибо. Позвольте заметить, уважаемый коллега, тайваньский закон 2004 года не касается художественной литературы. Году получает институт Вероники Андреевны. Желаю вам всем успеха. Спасибо. Вероника Андреевна, мы уже все, свет выключили, аудиторию закрыли. Хорошо. Только ключ на вахте сдайте, не забудьте. До свидания. До свидания.
Можно? Угу. Да. Вероника Андреевна, вы гений. Да вы что, Вахтанг Георгиевич? Этот грант мы получили благодаря вам. Большая честь работать вашим заместителем. Ну, хватит уже, Вахтанг Георгиевич. Что с вами? Присаживайтесь. Вероника Андреевна, я вот тут подумал, не отпраздновать ли нам это дело? Это что? Всегда мечтала попробовать вдову Клико. Шенгаги марджи сумшуэнни эрис. Что? За вас. За грант. Это огромные деньги. Да. Перед нами большие перспективы. Ой, мы наконец-то разморозим три наших проекта, приведем в порядок фонотеку и немножко повысим зарплаты. Вы замечательная. Пожалуйста. Вы знаете, я это тоже никогда не пробовала. Как? Директор огромного института. Серьезный ученый. И ни разу не пробовали лобстера, не пили клико. Но это же не главное. Согласен, Вероника Андреевна. Я думаю, что вы достойны большего. Разъезжать по миру, жить ни в чем не отказывая. Ой, я не могу. Ой, я танцевала последний раз в университете. Вероника Андреевна, вы хоть иногда о себе думаете, а? Нет, у меня не получается. Совсем я не получается. Я постоянно думаю о работе, да. Вы с ума сошли? Почему? Вы знаете, сколько мне лет? Не знаю. И знать не хочу. Паша, слезь оттуда быстро! Вот здесь место подходящее. Паша! Здесь и будем строить бунгало. Паша! Лида, помогите, пожалуйста. Да. Паша, аккуратно. Вертикальные стойки какой высоты должны быть? Я думаю, 3.5 метра будет нормально. Смотрите, какой камень! Корыто каменно! Вот что это такое! Здесь можно мыться и белье стирать. Слезай! Thank you.
что здесь делаешь? Между прочим, из-за тебя влетела. Ты часы украл у Савелия Тимофеевича, а он на меня подумал. Я не крал. Чего? Ты разговариваешь? Что там в химичке? Отвар для больного делаем. Так он что, из общей чашки что-то будет пить? Успокойтесь. Он будет пить из своей чашки. Ну, будет тогда, конечно, пометьте чем-нибудь. Как? Черепом и костями? Ну, хоть тумочку. Ну, царапайте что-то на ней. Ну. Я сделаю, Савелий Тимофеевич. Спасибо, Ивановна. Неплохой ведь человек. Ведет себя как придурок. Но вообще-то он прав. Отдельная чашка для больного – это вопрос гигиены. А это для больного. Ну, дай руку-то пометьте. Уже слышала. Ну, что слышали, а не делаете. Я сделала, Савелий Тимофеевич. Спасибо, Марья Ивановна. Ну, что думаете, я для себя что-то пекусь? Я для всех пекусь. Лиза, 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 он куда-то... Вы куда встали? Не трогайте. Ну, его же нельзя, вам же не вставать. Ну, что вы, Лиза, идите, не трогайте меня. Вероника, вы не волнуйтесь, все, я справлюсь. Вы пойдите туда, там едят. Я... Ложитесь, иди, я говорю. Я не хочу есть, я... Что ж такое? Я почитаю лучше. О, Господи. Ну, пожалуйста, я прошу вас. Послушайте, я как закончила медицинский, я сразу вышла замуж и ни дня не работала. Вы мой первый пациент. Так хочу, чтобы вы поправились. Ну что, может, ляжете? Помоги. Ужинать будете? Нет. Ну и правильно. Но пить надо много. Ну вот, еле пью, ты еще вставать хотел. Начали показался избалованной стервой. Гнала пургу, вопила на мужа. Ничего, вот вернемся домой, я ему такой скандал закачу. Мало не покажется. Да ладно, видишь, можешь же быть заботливой. Даже чуткой. А вопишь, знаешь почему? От страха. А это у меня синдром такой. Жиль де ля Торре. Звучит красиво. Синдром Жиль де ла Туретт.
Что это за синдром такой? Это прогрессирующее заболевание. Заболевание экстрапирамидной системы. Жиль де ля Туретт. Характеризуется разнообразным, варьирующий. Медицинский бред. Как по времени, так по проявлению. Моторными и вокальными тиками. Жиль де ля Туретт. Это мужчина или женщина? Принадлежит французскому клиницисту Итарду. Публикация вышла в свет в 1825 году. Автор привел описание больной, которой в 7-летнем возрасте появились тики, а затем скрикивания и бранные выражения. Жиль де ля Туретт, фигня, пойдем в кино. Больную мучило непреодолимое желание брониться в присутствии других людей. Свидание. Семенов, что это такое? Больную мучило непреодолимое желание брониться в присутствии других людей. Вон он, сюда, мы смотри. Где? Вот это колымага! Нахалка, сама-то. Сама нахалка. Все, не пялься, как думаешь. Да ладно, ладно, у тебя вообще синдром Жиль де ля Туретт. Ведешь себя как психопатка, спокойно. Ничего, слушай. Сама психопатка. Ничего. Все, я пошла пока. Ну, давай. А, пошла она. Ну что, куда помчим? Никуда, я сегодня не могу. Почему? Мама не разрешает. На самом деле, мне нужно готовиться к коллоквиуму. Отвези меня домой, если не трудно. Ты что, с ума сошел? Да. Отпусти меня! Перестань, придурок, сволочь! Ты чё? Чё ты орёшь-то? У меня синдром Жиль де ля Туретт. Чё, болезнь, что такая? У вас какие-то странные отношения с мужем. Вы обычные для людей, столько лет проживших вместе. В смысле, надоели друг другу? Что-то в этом роде. Слушайте, вы очень много разговариваете, давайте спите. Он тебе изменяет? Здесь, на острове, вряд ли, не думаю. Ну, а дома? Знаете, спросите у него сами, если вам так интересно. Я бы лично тебе не изменил. Хотя, наверное, там ты была совсем другой. Да, совсем другой. Что, это повод для измены? Ну, для измены все поводы хороши. Я за циновкой. Кажется, нас застукали. Что-то случилось? А? А, нет, все нормально. Ну что, давайте укладываться. Блять, здесь. Да, опять здесь. Пока хижину вам не построим,
Будет здесь спать, как все, на циновке. Все ясно. Да это ясно. Но другое не ясно. Ты что так разговариваешь-то, а? Ты кто такой вообще? Что, император всея острова, что ли? Савелий Тимофеевич, не устали? Спать хочется. А ты мне рот-то не затыкай. Я что хочу, то и говорю. Ты мыслишь примитивно, понимаешь? Примитивно мыслишь. У тебя здоровым ничего, а больным все. Такой твой лозунг, да? А по-моему, очень правильный лозунг. Потому что нужно больных беречь. Да чушь собачья. Больных. Сегодня он больной, завтра помрет. Не дай бог, конечно. Какая вам польза от вашего аутиста? Какая? Бегает по лесу и мычит. А мы все здоровы, бегаем, его ищем. Нормально? Да потому что все должно быть наоборот. Для здоровых должно быть все. Им жить дальше. На них держится мир. Разные люди ко мне приходили. И хорошие, и плохие. Но столько черноты в одном человеке, и я вижу впервые. Черноты, светлоты. Тоже вас, шаманов, расплодили. Какую газету не открой. Везде криминал, путаны да гадалки. Хочешь, заворожу мужа, хочешь, приворожу. Хочешь хорошего мужа, заплати. И все забыли, что семья – это основа государства. Ты бы вас взял, собрал, и какой-то матери за 101 километр морожку собирать в размахайках. Слушайте, у вас на ночь глядя предвыборная кампания, что ли, началась? Это поток сознания. Знаете, что я думаю? Если мы вернемся в Москву, я за вас не проголосую никогда. А! Напугал ежа голой жопой. Да ты не мой электорат! В голове ветер, на ногах кеды, в ушах бананы. А между животом и стенкой ноутбуку через него вам семьи управляют. Хотите на запад, хотите на восток. Армия дешевых проституток на экспорт. Со своими социальными сетями. Папа! Пожалуйста, прекратите! Папа, не надо! Папа! Петя! Ложись спать, Савелий Тимофеевич. Ты дежурный. Я! Избрание руководителя проекта преждевременно. Да и негуманно это. Правоохранительные органы утверждают, что наша дорогая Вероника Андреевна погибла. Но дело не найдено. Никаких доказательств гибели нет. Поэтому предлагаю сейчас оставить все как есть. Хотя бы из уважения к человеку, возглавлявшему наш институт почти 10 лет. Вероника Андреевна доверила мне исполнять обязанности директора. Так давайте сделаем так, как она хотела. Давайте совместными усилиями воплотим в жизнь этот проект.
Интересно, все политики такие придурки? Он не придурок. У него просто манеры такие. То, что касается больного, он в чем-то прав, Петя. В чем он прав? Здоровый человек, весь день на ногах, работа. Завтра снова на работу. Он имеет право на комфорт. Да где он работал? Он только языком чешет, да всех провоцирует. У каждого своя работа. Я тоже считаю, что здоровые не должны страдать из-за больных. Это несправедливо. Любой может заболеть. Паша, ты и я. Если я заболею, утопи меня в океане, ладно? Подожди, Мань. Ты хочешь сказать, что если со мной что-нибудь случится, ты от меня отречешься? Я другое сказала. Подожди. Ты это сказала? Петь, ну спи уже. Курочек жалко. Зашел к ним. Даже не кудахчут. Клюву на бок. И на меня косятся. Может, им туда какую-нибудь буржуйку соорудить, а? Посмотрим. Температуру мерила. Ого, 39. Что ж, доктор что-то не едет и не едет. Да на чем ей ехать? В такую метель на снегоходе, что ли? Так хоть бы и на снегоходе. Да откуда у нее снегоход, Петь? Так хорошо, чтобы докторши был снегоход. Я услышала, что когда человек умирает, ему землей пахнет. Чем землей пахнет? Ты чего, Мань? А мне сегодня с утра все запах картошки слышится. Так это хорошо. Ты есть хочешь, ты голодная, ты выздоравливаешь. Слушай, давай сейчас картошечки отварю, а? С лучком, с укропчиком, а? Мань, хорошо. А может, в мундирах? Манечка, а может, в мундирах? Ты не понял, Петь. Что? Картошку из земли выкапывают. Она сырая, землей пахнет. Thank you.
что? Молчишь, ты же разговариваешь. Лиза правильно сказала, у тебя нет никаких признаков аутизма. Паш, ну так зачем прикидываешься? Паш, ну скажи, я тебя не выдам. Или гувернантку достаешь свою? Может, в школу, чтобы не ходить? Или чтобы родители не доставали. Паш. Слушай, это удобно. Жалко, я не догадалась то же самое сделать. Прикинулась бы дебилкой, чтобы мальчика со сводной сестрой до меня не докопались. Иди в кал, слушай. Привет, это твоя сеструха? Да уж, сеструха. Чё скучаешь? Хочу и скучаю. Музыку слушаю. Я Макс. Привет, Макс. Какую музыку слушаешь? Тебе не понравится. Да ладно, чё ты? Дай заценю. Ну, прикольно. Нравится? Неплохо. Чё-нибудь ещё есть? Кокетничала с ним. Сидела и глазки строила ему. Он музыку попросил послушать, ты не понимаешь? Ну, конечно, музыку послушать. Надь, Надь, Надь! Открой, слышишь? Надь! От меня. Ну, чего ж так серьезно-то относиться, а? Он партнер Наденьки. У них соревнования скоро. Международные, между прочим. Она вот на нервах вся. Ну, Кать, ну ты извинись, что ли? Да ты чё вообще, блин? Девчонки, да... Ну вы нашли из-за чего, а?
что там у тебя? Ну что ты прячешь-то? Паш, нам возвращаться пора. Паш. Ты меня не слышишь, что ли? Нам домой пора, гувернантка твоя ругаться будет. Паш! Паша! Фото дай мне. Фотку дай мне. Кать! Ты видела, нет? Заговорил? Я тебя спрашиваю, ты видела, нет? Кого видела? Ну, я не знаю, там китайцы или японцы у него. Башка замотана и лопата в руках. Понятно, перегрелся. Ага, перегрелся. Сама-то перегрелся. Ну ладно, что там у тебя? Расскажи, что случилось. Да ничего не случилось. Просто он фотку забрал. Какую фотку? Паш, какую фотку? На глаз похоже. На глаз. Альберт Николаевич! Что? Ничего не понимаю. Вы что, напились? Было маленько. А Катя с Пашей куда пошли? Больше нету. Катя с Пашей куда пошли? Альберт Николаевич, вы же не трези до меня! Плохо мне. Подожди, как ты один пойдешь? Опасно. Ну, а что делать? Не с Савелием Тимофеевичем же идти. Правильно? Да. Вот ты его и охраняй. Ну да. Чем он дольше спит, тем тише вокруг.
Эта информация нужна была вчера. В аэропорту с камер наружного наблюдения установлена личность гида, который встречал русских. Нужно срочно брать его. Из Москвы сообщили, что туристическая фирма была пустышкой. Значит, все же непростое кораблекрушение, а четко спланированное преступление. А этот фотоальбом, Кать, спор китаец. Ну вот скажи, зачем какому-то китайцу или азиату твой старый фотоальбом? Я не понимаю. Да ты не... Помнишь, меня по башке ударили? У меня с собой был фотоальбом и одна фотография в кармане. Ну и что дальше? Ну, понимаешь, на той фотографии там стрелки, знаки, цифры. Это все очень похоже на зашифрованную карту, по которой можно найти сокровища. Сокровища? Да, и попугай, кстати, тоже орет постоянно о пиратах и сокровищах. Слушай, ты, по-моему, Жюль Верн начитался. А китаец у нас что начитался? Он тоже ищет эти сокровища и нападает на нас, потому что мы ему мешаем. Ой, не знаю. Ты, конечно, не обижайся на меня, но как-то все это странно. Ты говоришь фотографии, но фотографии у тебя нет. Потому что он у меня ее спер. Ну, я не вижу фотографии, значит, ее нет. Тебе сколько лет? 19 скоро. Вот. А ты уже такая же, как они. Еще иди и вломи меня. Уж если я обещала тебя не сдать, то я тебя не сдам, понял? Я про эти дурацкие часы никому не говорила. Тогда слушай, что тебе говорят. На фотографии стена со знаками. Такой стены в Бенгало нет. Значит, на острове где-то есть пещера. Табличку помнишь, я нашел? Не думаю, что ты у нее был. Совершенно верно. Кто ее мог выкупить, кроме азиата? Зачем нужны сокровища, если не ясно, как отсюда выбираться? Если не знаешь, то ему нужны. Азиат упорно их ищет. А значит, он знает, как отсюда слинять. Давай расскажем остальным. Давай не будем. Почему нет? Потому что если мы им расскажем, они подымут кипиш. Азиат или спрячется, или слиняет отсюда. И мы вообще ничего не узнаем. Как слиняет? Я не знаю, но позвонит по телефону, приплывет катер, вертолет. Кать, ты пойми, что нам нельзя говорить ничего старше о нем. Катя! Пойди сюда. Мне в туалет надо. У меня голова кружится, я не могу один. Да пойди сюда. Ну вот, что ты понимаешь. Андрюх, дети вернулись. Знаю. Пить надо меньше. Так ведь... Андрюха, понимаешь, это не удержался. А куда собрались-то? До ветра, начальник. Пойдем. А ты останься. Слышишь меня? Спать иди. Ну, извини. Тогда ты меня отведи. А что ты думаешь, идиоты не писают, что ли? Ну, види меня, Сусанин. Как рука? Знаешь, отвар старухи помогает. Я рад, что помогают. А я вот расстроен. Докторша перестанет за мной ухаживать, и я потеряю значимость в собственных глазах. Не смотри, пожалуйста. Спасибо тебе, добрый человек. Да не за что. Привет. Привет. Больной твой проснулся, совершил утренний мацион с моей помощью.
Очень сетовал, что выздоравливает. Выздоравливает, хорошо. Ну да. Андрей! Да. Проводишь меня до водопада? Камера наружного наблюдения в аэропорту зафиксировала, что именно вы 12 числа встречали группу русских туристов. Что? 12 числа? Да, да. Я. Значит, 12 числа вы встретили туристов и благополучно отправили их на дно. Послушайте, я-то здесь при чем? Я их встретил, посадил на яхту. А капитан должен был доставить туристов на круизный лайнер. Что за лайнер? Название. Порт приписки. Кажется, Royal Star. Порт приписки не знаю. Ясно. Лайнера с таким названием не существует. Куда вы отправили туристов? Я сказал правду. Ты хочешь вместе с ним в камеру? Посидишь недели три. Может, вспомнишь другую правду, если живой останешься. Что это была за яхта? Но это была не совсем яхта. Мне позвонили из Москвы, из турфирмы. Сказали, что программа меняется. Для туристов будет организована ночная экзотическая рыбалка. Так что в порту нас ждал капитан не на яхте, а на какой-то рыбацкой посудине. И это не вызвало у вас подозрения? Ну, по правде говоря, немного смутило. Почему вы не позвонили в Москву? Зачем? Я должен был только... Хватит. Распишитесь здесь и здесь. Понятия не имею, где твои туфли. Делать мне больше нечего, еще за твоими вещами следить. Иди, иди. А где моя бритва? Я не могу ее найти, а? Где она? Что за идиот? Ты еще спроси, где твоя голова. А я тебе расскажу. Она в твоей бутылке. Твоя голова. Ничего. Моя помощь больше не нужна? Только если у тебя случайно завалялся фен. Нет, не завалялся. Ты красивая, знаешь? Знаю. Давай поженимся. Ну, поженимся, ну и что? Ну что, мы всегда будем вместе. По-твоему, люди женятся для этого? Ну да, для чего? Сказать? Скажи.
женятся для того, чтобы быть счастливыми. А других причин не существует. Если мы поженимся, я буду делать все, чтобы ты была счастлива. Все-все. Все-все. Ну, что ты у нас на гору завалились? Что смеешься? Ты не алкоголик. Оставьте вы свои душещипательные наставления. Говорю тебе, не алкоголик. А кто же? Ты человек, не верящий в себя, в свои силы. А на самом деле ты многое можешь. Это правда. Но мне только что было. Ты и выпить-то сейчас не хочешь. Ты просто боишься, что когда захочешь, у тебя не будет. Вот именно. Не будет. Не будет. Но ты ведь не хочешь пить сейчас. Не хочешь? Сейчас? Ну, предположим. Вот и нечего бояться. Не будешь бояться, бросишь. Что ты гонишь? Что ты гонишь, старая? Ну, как я могу бросить? Ну, а почему не можешь? Да потому что на этом острове нет того, что можно бросить. Вот в чем ужас. Поняла. Заварю травку. Какую травку? Вроде мяты. Успокаивай. Хорошо раньше было. Были лечебно-трудовые профилактории. ЛТП – это как тюрьма. Пока не вылечится, не выпускали. Раньше он так не пил. Это же после Афганистана началось. Ну, после контузии. С ума сойдешь, с дебошами его. Ой, с ним не могу. И без него мне никуда. Муж же все-таки. А тебе как отец. Чего? Какой мне отец, мам? Ты что говоришь? Отец. В гробу я видал этого отца. Разводись. Я одна. С тобой трехлетний на руках. Ни крыши над головой, ни профессии. Он ведь тогда помог. Приютил. Тебя вот на ноги поставил. Воспитал. Воспитал? Маршировать заставлял и при открытой форточке зимой на кулаках отжиматься? Вот и все его воспитание. Ой, Гена, жалко его. Ой, жалко. Ничего, ничего. Пропадет. Легче дышать тебе будет. Так, ладно, все, мам. Ехать надо. Давай, будет. Дебошей, ментов вызывайте. Ты что задумал-то, а? Эй! Ты что делаешь? Алкаш я, Андрюх. Алкаш. Вот так. Каждый день.
Выпьешь, закусишь зернышком от кофе, чтоб запах отбить, и живешь до следующего стакана. Потом я испугался, а поздно уже было, втянулся. Все время думал, как завязать? Как завязать? Вот так и завязать. Ну не напьешься же, когда... когда нечем. Страшно мне, Андрюха. Страшно. Мам! Мама! Мам! Привет. Врач приезжал? Да. Вот так всегда бывает, когда совсем не ждешь. Мам, перестань, не надо так говорить. Ой, всю жизнь думала, что не отвяжусь от него. Накаркала. Чего у тебя так душно-то, а? Соскучилась по армейским рассказам? По рассказам нет. А по нему, да, соскучилась. Дурак дураком, а родной был. Мам, ты это... сейчас это не главное. Думай о себе, хорошо? Захочешь, выздоровеешь. Вот если захочешь. Альберта нет и жизни нет. Водичку принеси. Отнесу. Дядя Альберт. Спасибо. Угу. Лидочка. Ау. Ты прости меня, пожалуйста. За что? За то, что я Пашку-то проворонил. Ну, я это... не удержался. Уснул. А они в лес убежали. Прости. Да-да. Угу. Паша, подойди ко мне, пожалуйста. Паш. Андрей, можно вам помочь? Да, пожалуйста. Смотрит? Конечно, смотрит. Все время? Периодически. А ты можешь ее отвлечь? Я могу ее отвлечь, но это 5 минут. Потом она опять поднимет истерику. Еще, да? Ага. Во-во-во, вот такой толщины. И куда ты пойдешь? Сед по-любому боится возле знака на пляже. И если там грамотно спрятаться, то можно его поймать. Катя! Да? Мне показалось, ты разговариваешь? Да, разговаривала. Он же не умеет. Ну, я ведь умею. Логично. Надоело уже, взял бы и признался.
лучше побуду аутистом. Замечательно. Красиво все получилось? Как всегда. Они так возобновляют силы. Пи-го-го! Ах, как здесь хорошо. А меня? Что? Сфотографируйте. С удовольствием. Классная штука. Где взял? Да это папа подарил. Когда я в Англию поступил. Ну и как тебе там? Ничего особенного. Не обижает? Кто? Нет, там все нормально. Все нормально? А девчонки там нормальные? Нормальные. Целоваться умеет? Ой. Извините, пожалуйста. Не ловелас я, пап. Ну ты же видел, там ничего такого-то не было. Да видел я там ничего такого не было. Послушай, нам не нужно о внуках побеспокоиться. Мы свадебку устроим, ты только предупреди заранее. Ты послушай, мне пришлось 2 года ухаживать за твоей матерью, прежде чем я смог ее поцеловать первый раз на выпускном. Ну как 2? Как 2, если ее только перевели к вам в выпускной класс? Да какое это имеет значение? Мы были другие. У нас были высокие, чистые отношения. Ну, скажи, ты можешь представить себе меня и твою маму вот в таком вот виде, а? У нас была духовная жизнь. Мы читали книги, поэзию. Да если бы мы вели себя так вот, как животные, у меня у твоей мамы никогда бы не случилась такая любовь, которую мы сберегли до сих пор. И если ты хочешь в этой жизни получить хотя бы шанс, чтобы найти такую любовь, вот. Вот. Твои учителя на книжных полках. Читай. Учись. Ну, Савелий Тимофеевич, у вас неплохо получается. Пытаюсь оставаться человеком.
Смотрите. О, молодец. Стрелки наглаживает. Но для того, чтобы оставаться человеком, недостаточно просто погладить брюки. Ну, может, недостаточно. Но внешний вид тоже очень много значит. Ну да, особенно если на глаженных брюках излагать фашистские идеи. Ну вот это ложь. Никаких фашистских теорий у меня не было. Есть только черный пиар. А с чего вы взяли, что я права? А вам же больше не просто говорить. Всегда только про меня. Ну, это уже мания величия, Савелий Тимофеевич. О, ну что вы за люди, а? Выбираете себе человека в жертву и набрасываетесь на него. Ну что Савелий Тимофеевич сделал плохого? Брюки погладил. Спасибо, Марья Ивановна. Я уже на это не обращаю никакого внимания. Как говорится, нет пророка в своем отечестве. Зато у пророка теперь есть свое жилье. Прошу. О, ОТК. О, дверь открыли. Мог бы и сам. Спасибо. Да, кстати, без стука прошу не беспокоить. Мань, ты лучше делом займись. А я отдыхаю, Петя. Ты с ума сошла? Наоборот, вошла в ум.